Всем привет! Канал Другая Кухня, и с вами я, Александр. Друзья, рад вас видеть, и я к вам сегодня с одной потрясающей идеей. Научу вас, как из простых продуктов совсем дешево приготовить деликатес на каждый день или на праздничный стол. Давайте готовить! Вот все, что нам понадобится. Сыр творожный, 2 яйца отварные, луковица и обрезки красной рыбы. У меня, конечно, обрезков не так много, но, друзья, чем хорош этот рецепт? Что здесь и действительно можно использовать обрезки. Рыбку засаливал сам. Очень вкусная. Часто делаем этот рецепт. Если интересно, пишите, обязательно снимем и вместе попробуем. Коньячок, перец, соль и сахар. И все. Луковицу натираем на мелкой терке. О. Яйца нарезаем вот так произвольно и отправляем в чашу блендера. Сюда же измельченный лук, без сока, ну, желательно. Остается отделить красную рыбу от шкурки и тоже отправим ее в блендер. О, смотрите, какая ну рыбка. Ну да, это на обрезки не тянет, но специально для вас решил пожертвовать. Остается добавить наш творожный крем аккуратно. Уже вот такой вот коктейль красивый у нас, рыбный, или как, морской коктейль у нас получается. Теперь, используя погружной блендер, все хорошо пробиваем. 2 минуты, и все готово. Вот такой крем-помазка по консистенции у нас получился. Очень вкусно пахнет. Ну и на вкус я, конечно же, попробовал уже. Сейчас все расскажу. Вот так просто и быстро, друзья, у нас получился настоящий деликатес из простых обрезков. Представляете? Нежный, вот по текстуре, по вкусу это что-то нереальное. И вы сами видите, даже цвет за счет красной рыбы розовенький, тоже очень аппетитный. Лучок придает какую-то свою тонкую и далекую остроту. Все здесь классно, все замечательно. Можно использовать горбушу, можно использовать другую, более дешевую красную рыбу, чтобы у вас вот такая помазка, вот такой крем деликатесный был всегда на столе. Готовьте вместе с нами, готовьте с другой кухни и заходите к нам завтра. Будет что-нибудь еще вкуснее.